Резко с ним. Вышла, видишь? Вышла из-за ящика. Правильно, покорми. Потому что вышла на этот, на доске-то лучше лежать, чем на голодных, на холодных кофелях. Вот эта террористка, которая захватила самолет в Пулково. Нос один торчит. Какая расстроенная. Но ресницы, конечно, шикарные. Расстроишься, скажи. От мамки забрали. А лапы, конечно, больше, чем у лисы. Так она больше Бонни в два раза. Ну тогда. По ее возрасту почему-то. Может, это мальчик? Ну, вот я вот. Надо как-то посмотреть. Да не, надо посмотреть просто, во-первых, дату рождения мы не знаем. Нос-то. Ногу, говорит, не ставь. Ай, ты хорош. Ай, ты молодец. Ай, ты молодец. Но якобы за ней ухаживала 15-летняя девочка. Ну как за ней ухаживать 15-летняя? Ну, кормила. Нет, ну, может быть, она жила в...